не стеснялись, что человек может спать рядом, ходили по квартире, собирали ценные вещи и уходили также через окно. Ну, если находили ключи, то могли покинуть квартиру также через дверь. А в свободное от основной работы время не гнушались и разбоями. Один из преступников подсаживался в кафе к потенциальной подвыпившей жертве. Знакомились, позднее на улице оглушали пустой бутылкой по голове и забирали все ценное. Применяли бутылку, могли разбить об голову сзади, то есть чтобы человек не смог вспомнить, кто на него напал. Обычно нападали сзади, но если предварительно знакомились, то также люди подходили все равно сзади, которые были соучастники у них. Сейчас доказано совершение 5 квартирных краж. Точное количество разбойных нападений устанавливается. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», но оперативники не исключают, что появится еще одно дело по статье «Разбой».